Давно ты уже работаешь как солистка, как саксофонистка, именно вот в банкетной, свадебной деятельности? Вообще, я начала заниматься этим со второго курса училища. То есть, в принципе, уже довольно большой, серьезный опыт. Но это больше все-таки в своем родном городе или уже здесь у тебя есть свои клиенты? Сначала это было, естественно, Чебоксары, потом я приехала туда-сюда, здесь практически ничего не было, естественно. А потом, вот сейчас уже потихонечку как бы набираю работу, как-то общаюсь. Но я не стараюсь привязываться к одному городу абсолютно, потому что я люблю путешествовать. И, естественно, мне очень хочется и в Москве, я и в Москве бываю, и, естественно, Чебоксары возвращаюсь, и по Татарстану, как-то вот так вот. Мне это нравится. Супер. Ну что ж, от слов к делу. Я думаю, что прямо сейчас мы покажем, как звучит этот очаровательный черненький инструментик. Что мы сыграем? Музыка из «Ромео и Джульетта», мюзикл. Да? Пожалуйста.
большое за... Ничего, держу. За соло. Мне интересно спросить такую вещь. Понятно, саксофон. То есть такой прям слащавый звук, ну, то есть как будто раньше рожденный для банкетов. А как ты умудряешься продавать флейту? То есть исполнение... Ну, да, мне кажется, это очень, очень, ну, в разы сложнее. Я бы так не сказала. Чем тогда ты берешь? Где, в чем секрет? Флейта, она очень такой инструмент, который тоже может играть все. Абсолютно. То есть от каких-то традиционных классических шлягеров до попсы? Ну, если посмотреть, так классика применяется. В той же, скажем так, шотландской, ирландской музыке, безусловно, она применяется. Дальше популярная музыка тоже, ее можно услышать везде. То есть, это голос. Любой инструмент — это голос, а песни поют, и точно так же можно и исполнить инструменты. Конечно же, легче сделать шоу с саксофоном, а с флейтой вроде как будто бы, ну, не совсем. Или я не прав? Нет, почему? Нет? Конечно, любой инструмент может. А можешь это доказать на деле? То есть, что... Попробуй. Саксофончик можно, наверное, пристроить сюда. Блин, у вас для флейты должна быть фонограмма. Она как-то помечена, Кать, фонограмма для флейты. В принципе,